Когда гости приходят в Национальную галерею Грузии смотреть «Пиросмани», то первое, что привлекает их внимание, вот эта клеенка, портрет актрисы Маргариты. Ну как же, знаменитая песня Пугачевой «Миллион алых роз», стихи Вознесенского, а до этого замечательные воспоминания Паустовского, который, собственно, написал эту дивную историю любви. Когда весной 69 года в Лувре состоялось открытие выставки «Пиросмани», столько французов пришло, открывал лично министр культуры Франции, знаменитый писатель Андре Мальро. И почти каждый день приходила пожилая женщина, которая останавливалась возле этой клеенки. В конце концов, кураторы решили подойти к ней и рассказать о художнике. Жил такой мастер в Тифлисе в начале 20-го столетия, а женщина вначале послушала их, а потом перебила: да знаю я Пиросмани, только я выглядела несколько иначе. И тогда поняли, что перед ними та самая Маргарита де Севр, чье имя Тифлис впервые услышал в 1905 году, когда появились афиши о ее выступлении. Женщину сфотографировали рядом с полотном Пиросмани. И когда Мирель Зданевич показала мне эту фотографию, я понял, что такая история любви на самом деле была.